Последнюю субботу июля в России отмечается День работника торговли. В Димитровграде в сфере торговли работает порядка 10 тысяч человек. Представители этой отрасли в городе поздравили в пятницу. На торжественном собрании от имени главы города им вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Кстати, впервые в этом мероприятии принимали участие работники городского рынка.